Левой. Правой легко, сильно. Бросок made in China, да? Тоже форма. Чуть не прибило. Серьезное оружие против меня. Блин, где же Саня? О, а что ты там делаешь? Я, походу, обнаружил новый вид синиц. А ты их спугнул. Всем привет, друзья! С вами Саша. И так как мой оператор согнал синицу, у меня появилось время, чтобы пойти поиграть в баскетбол. Не знаю, как это связано, но все же. И так как мы набрали нужное количество лайков, я не мог не среагировать, чтобы выпустить вам продолжение уже культового ботана. Обязательно перед просмотром этого ролика нажмите на лайк, а мы полетели. Ого. Не против, что я здесь с вами побегать? Я? Ну, я видел, как по телевизору играют. Я думаю, чтобы просто походить, это, ну, в принципе, ничего больше не надо. А как мы делимся? Ты на украинском только понимаешь? На украинском. Украинская мова. А ты из какой Украины? Китай. Китай на украинской мове? Да. В принципе, логично. Чуть не прибило. Чуть-чуть побегаем. Это ж кардио для сердечно-сосудистой системы. Обязательно надо делать. Оп. И! Ай-яй-яй. Забил. Хорош. Меня, кстати, Саша зовут. Взаимно. Я возьму его персонально. Наказывай. Наказание. Преступления не было, но наказание совершил. Ого. И с разворотом, как хотят. Нету, пас! Я не определился между пасом и броском. Ой-ой. Серьезное оружие против меня. Прямиком из Кореи. Бросок made in China, да? Но тут сложно защищаться будет. Или атаковать. Как раз ветер поднялся, когда бросок совершал. Заслон. Вы вообще не устаете, я вижу, играть. Какие татухи. Они что-то значат? Творчески. А, чисто для себя. Я даже не знаю, можно ли толкаться в таких ситуациях. Два. Нет, ой, хорош! Ё-моё. Не переживай. Надо тренироваться. Тренировки не поможет. Здесь по формуле надо просто работать определенный. Я тебе дам свои записи. Чисто там по цифрам можно пройтись. О. Результативная передача. Сори, что между ног попал тебе. Ну, мячом имею в виду. А вы выиграли теперь? Да. Проходи. Проходи. Я чисто рассчитал по формуле. Если отпрыгнуть с определенного угла, получится определенное действие. Здесь сложно будет. Сложно. И в лоб. Выловил. Спасибо за веру в меня. Ничего не оторвал. Главное, что пальцы не оторвал себе. Брозеры, сейчас
Сейчас в мире проходит очень много крутых спортивных событий. Чего только стоят финалы конференций. Вы только посмотрите, что творит Атланта. Лично мне нравится, как Трей Янг тащит команду за собой. Поэтому я буду ставить на Атланту. Если ты планируешь тоже сделать ставку, рекомендую это делать с моим партнером BK GGBet. А по моему промокоду ты получишь отличные бонусы. Все необходимые ссылки будут в описании под этим видео. Все, давайте переделимся. А как, почему? Можем одну девушку за вас, а одну за нас. Давай так, давай. Давай, да. Держи три. Are you okay? I'm okay. А, ты на русском разговариваешь? Я сразу понял. Ну что, что вы шушукаетесь обо мне? Яо Мин. Я против него. Ай-яй-яй. Пропуски. Блин, близко. Не простудишь спину? Не. Ну ты бычара, конечно. Извини. О! За что? Ой! Сейчас, ого, рубилово какое. Оу! Рубилово какое. Оу! Здесь рубилово на каждом шагу. Все хорошо? Да. Фух. Сердце в пятки ушло. Я когда зажимаю, понял, квадратик и треугольник, когда играю на приставке, все получается. Сейчас, когда прихожу, плюс-минус уже. У вас такое все обтягивающее. У меня тоже компрессионные. Надо просто включить в себе героя. Ромашечка. И закрытыми можно. Закрытыми глазами. Нет. Не, нормально. Нормально, держит. Да не, оно кривое какое. Оно все с цепей. Расширитель колец. Мой любимый фильм «Властелин колец». Прищемил палец. Ух, памп. Левый. Правый легко сильно. Правый легко сильно. Бросок. Ты его отвлек, а я им забил. Дримворк. Dream Team. А, ты не с нашей команды. Спасибо. А еще раз можно? А еще раз можно? Спасибо. Сегодня отломал себе руки. А если вот так, вот так. Ты тоже так сможешь. Надо просто все посчитать. Сесть, посчитать конкретно под твою массу, как прилагать инерцию. Несите ручку и бумажку. Мне обычно встретить таких баскетбольных. Ну, не, так и надо, прихожу. Может, приходите, поиграем вместе? Вместе? Да. Ну, ладно, я намотаю на ус. На их нет, но усики это, ну, ладно, там не будем.
Друзья, огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Как всегда, по традиции, подписка, лайк, комментарий. И обязательно поделитесь этим видео с друзьями. Помните, чуть-чуть понаглею в этот раз. Набираем 20 тысяч лайков, я выпускаю продолжение Ботана. С вами был Саня, увидимся в новых крутых видосах. Пока! Сань! Что? Так что там с Наташей? Что, если я забиваю, идем на чай, правильно? I wake up, flex, I'm down, man, check, no drip, this, tell him run it up. Саша. Давай еще раз пожму. Нежная рука. Можем пойти? Можем пойти, но я обещала, я же должна слово держать. Ладно. На чай? Да. Ну смотри, у меня есть несколько фотографий и видео с ней, я вот думаю, выкладывать их или нет. Так давай, если 10к подписчиков на инсте добьют, то выложим. Ну давай, 10к добиваем в инсте и сразу выкладываю фотки с Наташей, как мы посидели. Все, договорились. Все, работаем.